честь столетнего юбилея марки Bentley заводское ателье Маланер подготовило эксклюзивную версию люксового седана Bentley Mustang WO Edition, который будет выпущен ограниченной серии 100 штук. Уникальность данной серии заключается в том, что в каждом автомобиле будет присутствовать частица из личного автомобиля основателя компании Ultra OM Bentley легендарной модели Bentley 8 литров, построенных Ultra Bentley в 1930 году. Всего было выпущено 100 экземпляров Bentley 8 литров, и одну машину Уолтер Бентли построил лично для себя. На сегодняшний день в мире сохранилось только 2 экземпляра модели Bentley 8 литров. Одна машина находится в частной коллекции лорда Монтикова Бьюли, а вторая, которую Уолтер Бентли построил для себя, принадлежит компании Bentley. В 2006 году при реставрации мотора инженер Bentley заменили коленвал на новый, а старый оригинальный отправили в музейный архив. Когда же было принято решение в честь столетнего юбилея марки Bentley выпустить эксклюзивную серию Bentley Mustang WO Edition, неожиданно возникла идея оригинальный коленвал с машины, принадлежавшей лично Ultra OM Bentley, распилить на 100 частей и каждую часть поместить в юбилейную версию Bentley Mustang. Специально для этого дизайнеры ателье Маланер во втором ряду Мусана изготовили роскошный коктейль-бар с использованием в отделке 4 сортов дерева, натуральной кожи и специальной инкрустации, изображающей фронтальную часть легендарной модели Bentley 8 литров с копией подписи Ultra Owner Bentley и небольшим отсеком, в котором под стеклом разместили частицу коленвала отличного автомобиля Ultra Owner Bentley. Публичный показ эксклюзивной версии Bentley Mustang WO Edition состоится в августе на выставке Monterey Car Week. Прием заказов на покупку юбилейного Bentley уже открыт, ну а поставка машин клиентам начнется в первом квартале 2019 года.